Началась новая торговая неделя. Мы представляем вашему вниманию обзор основных событий, которые могут повлиять на рынок. Сегодня с нами на линии Димитрис Консалес, главный рыночный стратег в VIX Markets. На прошлой неделе в центре внимания рынка были такие события: девальвация китайского юаня, дефляция и замедление роста мировой экономики. Как вы думаете, на этой неделе рынок по-прежнему беспокоится в отношении ситуации, связанной с Китаем, товарным рынком и долларом США? На прошлой неделе правительство Китая было вынуждено прибегнуть к девальвации юаня. Курс национальной валюты Китая был понижен более чем на 2%. Было зафиксировано самое большое однодневное снижение, начиная с 1994 года. Это было значимым движением для рынка, которое негативно повлияло на товарный рынок. Товарный индекс Bloomberg очень сильно снизился. Мы наблюдали снижение к 13-летнему минимуму. Котировки на нефть опустились до 6-летнего минимума. Был зафиксирован уровень 42 доллара за баррель. А в основном медвежий тренд товарного рынка был вызван дефляцией экспорта Китая. Первая реакция рынка была паника. Но я думаю, сегодня важно сфокусировать свое внимание на данных, которые будут представлены на этой торговой неделе. Выйдет индекс потребительских цен США. Будет опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. В центре внимания рынка по-прежнему предстоящее повышение процентной ставки ФРС США. В эту среду будет представлен протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Мы полагаем, что эти данные помогут нам понять, увидим ли мы в сентябре этого года первое повышение процентной ставки. Неопределенная ситуация вокруг этого решения является причиной волатильности рынка. На этой неделе будут представлены довольно важные данные по экономике США. Будет опубликован индекс потребительских цен. Я думаю, что текущий уровень инфляции представляет большую проблему для ФРС США. Я полагаю, это одна из причин, по которой глава ФРС США Джанет Йеллен переносит свое решение о повышении процентной ставки. Что мы видим сегодня? Рост экономики США, рост расходов. Мы также видим значительный прирост по уровню занятости. Уровень безработицы США сократился до 7-летнего минимума, к отметке 5,3%. Что касается непосредственно лично моих прогнозов, я думаю, что вполне вероятно, что ФРС США повысит ставку процента в сентябре этого года. При этом большое значение имеют данные по индексу потребительских цен, которые будут представлены в эту среду. Большое значение также имеют сентябрьские данные по рынку труда. Я думаю, что следующий месяц – это очень правильное время для повышения ставки процента. Я считаю, что экономике США необходимо повышение ставки процента именно в этом году. Какие еще события будут в центре внимания рынка на этой торговой неделе? В конце лета пройдет экономический симпозиум в Джексон-Холле. Во время одного из таких симпозиумов Бен Бернанке объявил о начале третьей программы количественного смещения. В прошлом году Марио Драги заявил о возможном начале программы количественного смещения в Еврозоне. Мы надеемся на то, что в эту пятницу глава ФРС США Джанет Йеллен, возможно, прольет некоторый свет на то, когда же именно мы увидим первое повышение процентной ставки в сентябре или же, возможно, в декабре этого года. Экономический симпозиум в Джексон-Холле пройдет с четверга по субботу. Это очень важное событие для рынка. Мы признательны Димитрису за его прогноз на эту торговую неделю. Оставайтесь с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.